Секунду, секунду. Алло. Алло, алло, да? Доброго вечера. Компания Томлитов, у нас с приводу вашего замовлення на Камінську 40. Замовляли 500 или там пакет. Все верно. На Камінську 40? О как оказывается. Нет, слушайте, ну тут такая история, и уже в сотый раз повторю. Тут, в общем, где-то 30 раз уже ко мне звонили какие-то товарищи с разных контор, то есть мой номер подставляют, это какие-то вуйки делают рагулярски. Вот, уже где-то 30 контор уже обзванивают меня. Вот, вот так вот, да. Поэтому вы бы, забейте мой, пожалуйста, телефон, чтобы никогда больше мне не отзваниваться, если что, вдруг. Вот. Ну, они ищут сначала пиццерию, потом еще что-то, в общем. Вот так вот. Ага. А? Я плохо слышно, что вы там говорите, это самое. Как там номер запишите, чтобы больше мне не отзваниваться, если какие-то черти будут с этого типа номера. А? Ну и там сообщите в свою службу безопасности, может, чтобы они пошустрили. Плохо слышно, что вы говорите, ладно, ага. Да. Алло. Да. Алло. Доброго ранку. Самосущий Дніпровський район, мене звуть Сніжана. Підтвердимо ваше замовлення. Алло, это ж ви тільки що звонили, да? Алло. Чого алло? Я вас дуже погано чую. Да? Так я говорю, какое-то быдло тупорылое звонит от моего номера. Конченое. Угу. Да. Алло. Да-да. Вам мене чутно? Алло. Ну-ну. Алло. Хуйло, да, слышно или что? Так, підтвердимо ваше замовлення. Так это не замовлення, это какой-то дегенерат бедляцкий, рагуль. В общем, звонит с какого-то своего номера, да, и удрачивает всю доставку. Угу. То це не дійсне замовлення? Ну, как вам сказать, это не я заказывал, это же, я повторяюсь, каких-то рагули заказывают, делают такой заказ, и уже две полностью по Украине доставки, и пиццы, и суши обзванивают меня, это уже какой-то 20-й вызов. Вы там чего, не можете этих ублюдков на кол посадить? Ні, тому що нам приходить замовлення на сайті моєго представника. Ну і ви просто сосете всі свої сітю яким-то двом утиркам тупорилим, рагулям. Не можете їх посадити на кол нахрен со своїми мусорами вонючими, безпонтовими. Ну так що я можу зробити тоді? Мені вже там 20-й раз названивають. Ви що, в своєму рагулятнику не можете нічого зробити? Со своими папиками тупорылыми. Я разговариваю не только с вами, а со всей вашей вонючей сетью, которая ничего не может сделать, отзванивается за каких-то тупорылых рагулей вонючих, быдляцких. Вот, это разговор, в принципе, для суда был записан вообще-то. Давай нам нахуй пошла, блядь. Да. Доброго ранку, самосужий Дніпровський район, мене звуть Сніжана, підтвердимо ваше замовлення. Ну, проблема в том, что никакого замовлення нету. Это какое-то быдло тупорылое с левым номером играется и заказывает на меня всякую хрень. Алло. Доброго дня, вас это Евразия. Мене звати Денис. Зручно зараз замовлення підтвердити? Нет, никакого замовлення не было. Это какое-то быдло дебильное. Тут играется с моим номером телефона, используя какую-то аппаратурку. Все, я понял. Вибачаюсь. Гарного дня.
Да. Алло. Да. Алло. Доброго ранку. Самослушай Дніпровський район, мене звуть Сніжана. Підтвердимо ваше замовлення. Алло, это ж ви только що дзвонили, да? Алло. Чого алло? Я вас дуже погано чую. Да? Так я говорю, такое-то быдло тупорылое звонит от моего номера. Конченое. Угу. Да. Доброго дня, компанія «Єпіко». Вибачте, що турбую, хотіла уточнити про час приготування замовлення. Дивіться, самовивіз найраніше... Минуточку. ...на 10:45. Минуточку. Да, скажите, с моего номера был заказ? А ще раз повторіть, будь ласка. 3302, последние цифры номера. С моего заказ номера был? Так, Ярослав, имя вказано. Нет, не Ярослав, имя вказано, а конкретно этот номер был, с моего номера был дозвон, например, до вас. Цей номер телефона прийшло замовлення, я вам и телефоную. В общем, тут дело в том, что какой-то тупорелый дебильный быдляцкий пранкер меня достает, какой-то быдло использует мой номер каким-то образом, с помощью сайта какого-то, видимо, вот. Я зрозуміла, добре, вибачте, угу. Тоді. Дякую. Алло. Доброго дня, доставка суші вас турбує. Скажіть, будь ласка, ви робили замовлення на доставочку? Ні, не робив, якийсь пранкер тупорилий мене тут достає. Скажіть, будь ласка, гарного дня. Алло. Алло. А точно от меня? Это с моего номера был заказ? А, значит, это был не мой номер. Чего? Лично я нет, но это уже шестой звонок с разных пиццерий, и кто-то под моим номером делает такую вот шляпу. Да, то есть это... Не так просто. Надо бы в службу безопасности обратиться, да, и чтобы этого утырка вычислили, наверное, потому что вот вся сеть Украины пиццерий, что там ко мне сегодня с утра звонит. Угу. Вот. Хорошо, да. Угу. Угу. Алло. Алло, добрый день. Пицца Тубона Хімік. Ви робили замовлення на сайті. Какая именно пицца? Повторите, пожалуйста. На Хімік. Ух ты. Прикольно. В общем, я не делал никакой заказ. История такая, это уже пятый звонок за утро, и кто-то, видимо, с моего номера, точнее, не с моего, а на подмене. А, подожди, еще вопрос. Скажите, кто-то сказал, то есть, что можно на вашу пиццерию заказать на другой номер, например, у меня там один номер, я заказываю на совершенно другой номер, да? Можно так сделать? Ну вот, чего? Ну смотрите, у меня номер один, а я хочу заказать на совершенно другой номер, там на какой-то другой адрес, другой номер. Так можно сделать? Ну какому-то другу, например, подарить. Или еще что-то. Можно так сделать или нет? Или только со своего номера? Так, а так не, нельзя, да? Только со своего можно заказывать, да? Может, а это было так? Это с моего номера был заказ или не с моего? Коли заходите, робите, наприклад, замовлення на сайт,
Будь-який номер. Ага. Тому це могли робити і не ви, і не з вашого номера телефону, просто писали ваш номер телефону. А можете передать мне этот номер телефона или кому? Можете мне этот номер телефона передать, с какого был заказ сделан? Я не могу. Вы не можете. Ну такая просьба, тогда это самое, такая просьба, обратитесь к службе безопасности, потому что это вот уже пятый раз мне звонят с разных пиццерий, и как бы на мой номер приходит заказ. И некоторые говорят, что на их пиццерию невозможно заказать с левого номера, только можно заказать со своего номера. То есть кто-то подделывает номер, и еще приходила смс-ка со шрифтом, что кто-то пытался это самое на какую-то пиццерию там, в общем, завести аккаунт в какой-то пиццерии свой, и на мой номер приходило, то есть... Алло. Алло, доброго дня. А? Какой замовный? Пицца. Какой пицца? Чего? Какой пиццы? Я не замовлял. А откуда? С Москвы? Нет. А чему не? Алло. Нет, не оформлял. Алло. Добрый день, пиццерия Питтсбург. Вас торгует. Вы робили у нас замовлення. Телефонуем еще подтвердить его. А скажите, пожалуйста, на вашу пиццерию, если сделать заказ с другого номера, вы присылаете на какой-то левый номер, на другой номер? То есть, грубо говоря, с этого номера пришло, да? Но это вот третий случай, то есть какой-то ушлепан пользуется моим номером. А как он это делает на подставным номером, он это делает? Он, например, не зарегистрирован точно, потому что на мой номер приходило с одной пиццерии какой-то смс, мол, подтвердите. То есть кто-то пытался тупо моим номером воспользоваться. Вот так вот. Так вот, не знаю, какое первое, не первое. То есть мой номер пока что ничего не заказывал. То есть я лично ничего не заказывал. Что, конечно? И мой номер ничего не заказывал. Я со своего номера ничего не заказывал. Значит, какой-то утырок имеет возможность подменить номер. Ну, грубо говоря, розыгрыш элементарно. Ну, то есть, это какая-то платная, наверное, история, или делается как-то программно, или что. Ну, в общем, надо бы его вычислить. Да, вычислить, потому что вы третья пиццерия, если вы пиццерия. Вот. И сдать этого утырка, я не знаю, куда, в детскую колонию. Мне без разницы, это не мой номер, я говорю. Мне не интересен. Нет, со своего номера я ничего не заказывал. То есть это не мой номер был заказчик. Угу. Это третья пиццерия. Вломить этим быкам тупорылым хорошенько по рогам. Угу. Или будете перезванивать? Да не выбачьте, а просто передайте службу безопасности, что вас беспокоили какие-то утырки. Не нажали. Можно передать в службу безопасности, они вычислят, какой придурок игрался с подставным номером. Я говорю, можно передать в службу безопасности, и ваш папик траханный, блядь, все сделает. Что ты мне рассказываешь? Понятно или нет? Все, спасибо, на здоровье. Алло. Алло. Добрый день, это Жабан Татакина Ярослава Мудрого. Вы робили замовлення на сайте. Чего-чего? Еще раз. Я вас дуже погано чую.
А еще раз, что? Це Потакіна Ярослава Мудрого. Ви робили замовлення на сайті. Ярослава Мудрого. А еще что было в названии, я не помню. Не посмотрите еще. Как вы там называетесь? Еще раз, пожалуйста, повторите. Ярослава Мудрого чего? Ярослава Мудрого у нас адреса 5.13. Так а какое замовлення конкретно? Вы робили замовлення на сайті. Пицца Діабло и пицца Кокороті. А, пиццы? Слушайте, в общем, такая история. Это уже пятый звонок с разных пиццерий. Какое-то чучело использует мой номер. Вот, то есть это не мой номер, я со своего номера ничего не делал. И получается, что это какой-то подставной номер. Видимо, это платная услуга или программно как-то получается у них. Мне приходило с одной пиццерии утром уведомление, что кто-то пытался зарегистрироваться, ввести код подтверждения, и потом... Перед этим был звонок с какой-то пиццерии, потом после этого еще вот три раза звонки были с пиццерий разных. Кто-то вот делает такой заказ на мой номер. Вот, надо бы систему безопасности свою немножко подергать. Кто там у вас есть в охране безопасности, чтобы пробили, что за номер был, как он... Ну, там, наверное, можно пробить, вот, через... Ну, это не мое замовление, это кто-то вот так вот играет. Так что посмотрите это, то есть вот как розыгрыши делают, они покупают возможность звонить с другого номера под другим номером. Вот. Ну, там это, я не знаю, программку, наверное, можно такую скачать или хакнуть, или хакнутую, или такую, или за деньги. Ну, что-то такое, в общем, кто-то играется. Вот. Ну, в службе безопасности должны разобраться. Это, возможно, какая-то платная услуга с оператором или бесплатная услуга, и оператор должен выдать, кто это там на подставном номере. Ну, вы передадите это в службу безопасности или нет? Потому что вы уже, ну, вот, четвертая пиццерия, вот, за утро. Да, назавжди. Алло. Алло, добрый день. Пицца Тугона Хіміки. Ви робили замовлення на сайті. Какая именно пицца? Повторите, пожалуйста. На Хіміки. Ух ты. Прикольно. В общем, я не делал никакой заказ. История такая, это уже пятый звонок за утро, и кто-то, видимо, с моего номера, точнее, не с моего, а на подмене. А, подожди, еще вопрос. Еще вопрос. Скажите, кто-то сказал, то есть, что можно на вашу пиццерию заказать на другой номер, например, у меня там один номер, я заказываю на совершенно другой номер, да? Можно так сделать? Ну вот, чего? Ну, смотрите, у меня номер один, а я хочу заказать на совершенно другой номер, там, на какой-то другой адрес, другой номер. Так можно сделать? Ну, какому-то другу, например, подарить. Или еще что-то. Можно так сделать или нет? Или только со своего номера? Так, а так нельзя, да? Только со своего можно заказывать, да? Может, можете. А это было так? Это с моего номера был заказ или не с моего? А? Будь-який номер. Ага, ага, ага. Тому це могли робити і не ви, і не з вашого номера телефону, просто писали ваш номер телефону. Ага, а можете передати мені этот номер телефона? Или кому? Можете мені этот номер телефона передати, з какого був заказ сделан? Вы не можете. Ну, такая просьба, тогда это самое, такая просьба, обратитесь к службе безопасности, потому что это вот уже пятый раз мне звонят с разных пиццерий, и как бы на мой номер приходит заказ. И некоторые говорят, что на их пиццерию невозможно заказать с левого номера, только можно заказать со своего номера. То есть кто-то подделывает номер, и еще приходила смс-ка со шрифтом, что кто-то пытался это самое на какую-то пиццерию там, в общем, завести аккаунт в какой-то пиццерии свой, и на мой номер переходило, то есть... Алло.
Алло. Да. Что, не слышно или что? Чего, по какой доставке? Это чего? Да, так по какой доставке нахрен? Это чё? Кто это? Нет, я... чего? Нет, это какие-то ублюдки используют мой номер, вот, типа пранк, вот, генерируют номер и забудрачивают меня, уже где-то 25 номеров уже отзванивают. Сначала пиццу, сегодня вот это вот суши. У вас там есть какая-то система безопасности, там какие-то свои чертяки? Ну, наш номер указан, да, это вообще не проблема, там есть сайт, просто проплачиваешь, наверное, где-то там баксов 3, я не знаю точно, вот, и любой телефон можешь выдавать. У вас надо, чтобы было, алло, алло, не перебивайте, вас плохо слышно, а надо, чтобы у вас была очень хорошо какая-то эта вот системка отработана, чтобы этих чертей надо было, можно было понять, это, поймать. Да иди нахуй, блядь, понял? Тебе так хорошо, блядь? Все, пошел нахуй, блядь, нам надо. Я в рот ебал, ты понял? Чё ты хуесос, блядь, ты хочешь побазарить, блядь? Ты быдло, блядь, я папу в рот ебал, сука, сюда нахуй. Хуесос ебаный, блядь. Чё ты хуесос ебаный, блядь? Алло? Не, я не делаю замолвания у вас на сайте, это какие-то утырки рагуляцкие гонят беса. То есть там, типа, какая-то история такая, они дублируют мой номер каким-то макаром, ну, генерируют, типа, как пранк делают, вот, и уже где-то 25 этих самых. Сначала пиццерии какие-то звонили, а потом суши-бары звонили, уже где-то около 25. Поэтому, как бы, если у вас есть какая-то там система безопасности, нормальные черти там есть какие-то, которые способны на что-то, то надо бы, чтобы они пошустрили, оторвали этим ублюдкам яйца. Ну, если у вас есть, конечно, желание, будете звонить, потому что ко мне постоянно звонят. Это, да, это не я делал заказ, это вот кто-то. Алло? Ну? Нет, на мой телефон кто-то постоянно звонит, то есть это уже около 20-й звонок, то есть какие-то ушли паны, какое-то быдло такая-то рагуляцкая. Что они делают? Они используют мой номер каким-то макаром подставным, ну типа как пранки и все остальное, и звонят по всем вашим сетям. Но если в ваших сетях есть какие-то черти нормальные, адекватные, то, конечно, ну садите их на кол, ну или будете перезванивать постоянно, я не знаю. Угу. Алло. Чё там? Это самое, никакого замолвания не было. Это какой-то типа пранк, ко мне уже 30 раз звонят. Сначала звонили с каких-то там этих пиццы, потом звонят с суши. Это какие-то абсосы конченые. Ну да, ну еще вы сделали бы себе одолжение, если бы вы дернули службы безопасности, и они бы там кого-то нашли, вот, и кому-то оторвали яйца, например, посадили бы кого-то на зону для малолеток, потому что кому-то уже хочется посидеть, наверное, там где-то на зоне. Ну да.
да, 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 потому что у вас же большая сеть, ко мне уже 10 сетей звонит, то есть вы или какие-то лоховские, не знаю кто, или вы решаете свои проблемы, потому что, ну, как бы, это, на меня, если кого-то надрачивают, то я в рот всех ебал, ну, как бы, а вы-то, свою-то, как бы, вы там за своими козлами следите, да, вот, все понятно, ну, то есть вам понятно, да, потому что я-то всех нахую вертел, а вы-то должны как-то отслеживать поляну. Ну, вы поняли, да? Все. Ну, вообще, очень хорошее вам настроение сегодня. Все, извините. Что там она, блядь, что они пиздят? Уже нихуя не слышно. Алло. Чего? Смотри, блядь. Вода там у них шумит. Короче, блядь. Алло. Да? Алло. Да. Нарния, слушай, добрый вечер. Здравствуйте. Зробили замовлення у нас на самовивіз, а не Ахматова на 18.50. Нет. Нет, не делал. А вы случайно не суши какой-нибудь, суши-бар? Я же сказала, Нарния суши. Нарния, суши, да, прикол. Короче, такая история. На меня уже, сколько было слышно, да, не слышно? Меня слышно, нет? Что-то там пикает. Короче, мне звонили уже раз где-то 20, сначала с одних каких-то контор, потом с суши-баров, в общем, это какие-то утырки, занимаются такой подставой, то есть подставляют номер телефона, да. Да. Это не имеет значения, то есть они сначала что-то там такое творят, они пытаются сначала под моим номером заходить... Да ты сука, блядь. Ты смотри, блядь. Оно выключилось. Алло, меня слышно или нет? Так, я вас слышу. А, вы еще здесь. Очень хорошо. А что ж там пикает? Это понятно. Ну, можно еще своих этих товарищей там подергать из безопасности, чтобы они нашли этих абсосов, вот. Ну, у вас же какая-то там сеть, чего они вас удрачивают, я не понимаю. Мне-то похрену, а вам? Что, вы будете перезванивать по 100 раз, как каждый абсос вас будет дергать? Ну, надо бы найти этих утырков, мне кажется. Ну, напевно, но это не я буду займаться. Если вам пофигу, то, конечно, перезванивайте, но тут уже некоторые задираются, там что-то там сявкают, там что-то, они что-то не вдупляют, это же не я заказывал, вот, нет, можно... Вы понимаете, да, то есть, вот, так что я думаю, вместо этой агрессии надо бы как-то направить ее в нужное русло, есть для этого специальные люди, которые умеют вставлять в определенные места определенные предметы, кому надо, вот... пистон, например. Вот. И я думаю, они бы могли поработать. Почему бы нет? Я бы был бы благодарен, потому что таких дегенератов обычно в подростковую колонию сажают где-нибудь, и они своими рогами там искры высекают на параше. Вот. А тут ваших эти рогулей, ну их просто вот, я не знаю, кто-то плодит и воспитывает, понимаете? Вот. И по месту здесь и вот звонят. То есть такое типа. Вот. Ну, какие-то опущенные. Я не знаю, как вот это вот до этого докатилось. Вот. Ну, как бы надо бы найти, наверное, да? Так, я вас зрозуміла. Добре, дякую вам, гарного вечора. Дякую. Доброго вечора.
Да, здравствуйте. Отримала ваше замовлення, чекаємо на Домбровського 17, через півгодинки за вашим замовленням. Нет, нет никакого замовлення. Это такая история, что как бы меня тут удрачивают, то есть это самое, телефончик подставляют. Есть там какая-то услуга и занимается таким пранком, да. Вот. Это уже где-то 30-я контора, когда, которая позвонила ко мне. Такая вот история. Ну да, запишите там мой телефончик, чтобы больше никогда мне не звонить. Хорошо? Все, добро, Антон, спрашиваю.